Всем добрый вечер. Можно я сначала расскажу пару слов? Я хочу огромнейшее сказать спасибо проекту «Вечерник», Танечке лично. И в целом, когда мне сегодня сказали о том, что будет «Вечерник», я очень долго думала о том, чтобы спеть. И меня натолкнула на одну мысль замечательная предыдущая встреча. Многие участники проекта «Вечерника» там тоже были. Это встреча с Артемом Пивоваровым и презентация его новой песни «Провинциальный». И он сказал одну вещь о том, что музыка — это самая простая в мире вещь, которая нас наталкивает на какие-то эмоции, чувства. И давайте просто повеселимся в этот вечер и не будем грустить.